Всем здравствуйте! Хочу приготовить маринованные шампиньоны. С легкой кислинкой надо было делать двойную порцию. Они нереально вкусные. Смотрите, какие у меня маленькие красивые есть шампиньончики. Укатился. Такие красивые. Здесь 600 грамм. Сначала надо приготовить маринад. В кастрюлю я выливаю 1 литр воды. Добавляю 40 грамм соли, 1/2 чайной ложки лимонной кислоты, 5 горошин, 4-5 душистого перца и 2 лавровых листика. Перемешиваем и ставим на огонь, чтобы закипело. У нас закипел. Отправляем туда грибы. С момента закипания варить 10 минут. Все, грибы покипели 10 минут. Теперь перекладываем их в контейнер или в банку, в которой они будут мариноваться. Перекладываем. Пока не выливайте. Берем небольшой вот такой пучочек зелени. Если есть укроп, берите укроп. У меня укропа нет, я беру петрушку. В общем, либо укроп, либо петрушку. И мелко измельчаем. Добавляем немножко молотой красной острой паприки. У меня просто нет красного перчика острого. Если у вас есть красный острый перец, свежий такой, можете его порезать. У меня нет, я поэтому использую молотый. Дальше идет у нас 1 столовая ложка сахара, 2 столовые ложки яблочного уксуса 6%, как раз последний у меня, и 2 столовые ложки растительного масла. Так, еще я добавлю вот такие, у меня есть хлопья перца, буквально вот немножко, и сюда же зубчик чеснока. Можете взять 2. Перемешиваем. Все, заливка готова. Теперь выкладываем грибы в нашу заправку, которую мы сделали. Немножко перемешаем. Я тут, наверное, листик выну, он здесь не нужен. Ароматы сумасшедшие. Теперь вливаем маринад столько, чтобы покрылись у нас все грибы. В таком виде даем грибам остыть полностью. Затем накрываем крышкой и убираем в холодильник на 1 сутки. Грибочки у меня стояли сутки. Давайте посмотрим. Смотрите, вот такие вот они получаются в маринаде. Смотрите, какие маленькие, красивые. Все, они готовы. Давайте их попробуем. Давайте теперь попробуем их. Холодные, правда? Маленькие, сейчас поймаю. Вот знаете, у них вот нет такой яркой уксусной кислоты. Они такие, у них такой деликатный вкус. Обалденные. Обалденные просто. Надо было двойную порцию делать. Очень вкусно. Очень вкусно, друзья. Обязательно попробуйте. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока! Такие шампиньоны отлично подойдут для праздничного стола. Их можно приготовить заранее и потом подать к столу. Они очень вкусные. Очень.